Представители стран Евросоюза решили, что статус выздоровевшего должен действовать не менее полугода. Но глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах с этим не согласен. Поэтому в ФРГ срок действия справки о перенесенном коронавирусе и далее будет составлять 3 месяца. Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать разрешение к использованию в ЕС таблеток от коронавируса американской компании Pfizer. Паксловид предназначен для лечения COVID-19 у взрослых, которым не требуется дополнительный кислород и у которых наблюдается повышенный риск осложнения болезни. В Германии непривитого от COVID-19 депутата посадят в аквариум. Йоахим Вундрак будет участвовать в заседаниях комитета по иностранным делам со специального, отгороженного органическим стеклом места. Невакцинированные депутаты обязаны находиться на трибунах. Однако с Вундраком возникла дополнительная проблема. В комнате нет трибун, а встречи проходят в режиме повышенной безопасности, поэтому участвовать дистанционно нельзя. К другим темам. В Париже на аукцион выставили машину Михаэля Шумахера, бывшего рекордсмена мира в гонках Формулы-1. Организаторы планируют выручить за лот до 110 тысяч долларов. Спортсмен ездил на этом авто в 2010 году. В регистрационном документе транспортного средства в качестве водителя значится Шуми. Самые популярные имена для детей в ФРГ – Мари и Пол. Чтобы выяснить это, эксперты собрали информацию более чем 700 ЗАГСов по всей Германии. В тройке лидеров женских имен также Софи и Мария. У мальчиков популярны также Александр и Максимилиан. Кстати, 5 лет назад Мари также было самым популярным именем для девочек, а среди мальчишечьих тогда лидировало имя Максимилиан.